теряет свою актуальность, к сожалению, для Украины, вот уже более 8 лет. Это хлеб российской пропаганды. Ну и тем называется «Кто же бомбил Донбасс 8 лет?». Именно это сегодня ответ на этот вопрос мы постараемся найти. Чего Москва, Кремль, Путин хотели и что же на самом деле они получили? Я буду говорить далее словами цифр, потому что именно они являются главным аргументом. Еще в декабре минувшего года, пока нас не пришли еще спасать-освободители, украинцы очень даже неплохо относились к россиянам, к России, к языку, ну и к общности наших границ. Вот сейчас вы видите последний мирный опрос, проведенный в Украине. И говорит нам он о следующем. Что достаточно неплохо в конце минувшего года, а именно в ноябре 21-го, за 3 месяца до войны, хорошо относились к россиянам 39% опрошенных украинцев. Тогда, когда плохо, плохое отношение, выразило только 47%. Ну, конечно, не 50 на 50, но, в принципе, что-то в этом есть. Одни границы, много путешествующих, туда-сюда работающих, семьи на две страны, ну и так далее. Вы знаете все эти истории. Количество украинцев, которые тогда хотели закрытых границ от России, было 39%. Они были в меньшинстве. Ну и уже майский опрос текущего года, через 3 месяца после начала войны. Хорошо относятся к России среди украинцев лишь 2% украинцев. 2. Можете себе представить? 98% населения? Ну, не очень. Хотя, честно говоря, там есть некая градация, и откровенно плохое выражает 92%. Ну, и далее, вы понимаете, там от 0 до 10 выражается уже дальше эта палитра отношений среди опрошенных украинцев. Но что очень важно, закрыть границы с Россией теперь уже, раз и навсегда, требует 79% украинцев. Что ровно вдвое больше, чем в начале, чем до так называемой спасательной операции убийцы Путина. Вот и последствия. Об этих цифрах и не только мы сейчас будем говорить с нашим гостем, собственно, что же наделал Путин, да, помимо войны. Не знаю, есть ли ответ на этот вопрос у Дмитрия Чкалкина, дипломата, шоумена и переводчика, но, по крайней мере, я буду об этом спрашивать. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, вы видите, как нас пришли спасать, а мы какие-то неблагодарные, абсолютно просто. Мы плюем в лицо спасателям и говорим, что мы хотим забор от небес до земли или от земли до небес, да еще и такой ров с акулами, крокодилами и так далее. Что это за последствия, как вы считаете? Может, мы что-то не рассмотрели, не поняли, как нас спасают? Ну, на самом деле, манипуляции общественным сознанием достигли таких высот, что до сих пор большинство населения в России верит, да, что у нас тут какие-то нацисты, фашисты. Ну, я в свое время, знаете, был сам бойцом этого пропагандистского идеологического фронта, я заканчивал военный институт иностранных языков, и я прекрасно помню, как было там начало перестройки, абсолютное большинство населения Советского Союза верило, что именно наша страна – это оплот мира и стабильности, а вот там загнивающий Запад. Я помню, мы любили цитировать ведущих и журналистов «Международной панорамы», которые иногда приезжали к нам в институт с лекциями, были там гораздо более откровенными. А вот выступая в эфире советских телеканалов, помните, вот эта дежурная фраза Жукова: Америка встречает Новый год новым ростом цен, ростом инфляции, ростом безработицы. То есть и сегодня, к сожалению, абсолютное большинство зазомбированного телевидением населения верит, что в Украине какие-то мифические нацисты, фашисты. Ну, то есть 73% на последних президентских выборах проголосовали за русскоязычного еврея, который ждал Россию здесь с холодцом и бутылкой водки. Это были его слова. Он неоднократно подвергался критике как раз со стороны там, патриотической части населения за свои вот эти высказывания, что будут общие шашлыки, что надо нам посмотреть в глаза Путину, съездить с ним на рыбалку. То есть никаких у высшего руководства страны, никаких милитаристских
наклонности и близко не было. Наоборот, их небезосновательно объявляли в пацифизме, в замирительских настроениях. То есть, и если и были какие-то ультранационалистические силы, да, подобные там партии «Свобода» или «Правый сектор», то, напомню, они никогда за последние годы не преодолевали барьера избирательного. Они набирали 1,5-2%. Хотя мы помним эти знаменитые кадры, когда в эфире российских телеканалов показывали диаграмму, где на парламентских выборах вдруг лидирует партия Яроша, да, знаменитая его, все помнят эти визитки, набирает там 140%, то они показывают, что там партия «Свобода» выбивается в лидеры. То есть на самом деле это была одна из задач, ну, к сожалению, политтехнологов, которые работали здесь за деньги Путина и российских олигархов. Напомню, вот недавно ФБР объявила награду в $250 000 за любую информацию, которая приведет к аресту моего однокашника, такого Килимника. Это выпускник нашего института, который долгие годы работал в связке Дерипаска-Манафорт. И за деньги как раз российских олигархов проводил здесь раскольническую политику. То есть, когда были обнародованы вот их рекомендации, которые они давали в свое время Януковичу, то там как раз на это и делался акцент, что Януковичу предлагали максимально здесь раскручивать вот эту вот карту националистических каких-то сил, противостояния в обществе. И действительно, были прецеденты, когда, к сожалению, пророссийские партии финансировали такие ультранационалистические силы. Но, повторюсь, они никогда не имели не то что там большинства, а какой-то там минимального процента, который позволил бы им преодолеть за последние годы барьеры, войти в парламент. Поэтому это все было абсолютно притянуто за уши. Я буквально сейчас перед нашим эфиром там готовил выпуск своей программы, тоже телевизионной, о том, как повторяются вот эти же методы идеологического воздействия, да, пропаганды в 70-е, 80-е годы. Все наши советские полки советских библиотек и книжных магазинов были заставлены научными трудами, псевдонаучными трудами, в которых как раз в фашизме и нацизме обвинял Израиль. Тогда вот, ну, я по первой своей специальности переводчик арабского и иврита, и мне всегда тогда было странно это воспринимать, что единственная страна на Ближнем Востоке, где коммунистическая партия легально действовала и была парламентской партией, это Израиль. Но мы поддерживали те арабские страны, в которых коммунистов вешали на площадях, расстреливали, сжигали, заживо уничтожали, то есть все страны арабского мира. Но интересно, что ничего, да, Дмитрий, с тех пор не изменилось. Какой-то клуб закрытый стран, с которыми дружат Путин и, соответственно, Российская Федерация, она как раз вот так и выглядит. Но я, позвольте вас, спрошу тогда еще об одном, наверное, нарративе. Вот кроме этой лжи, пропаганды, которую вы вспоминаете про существование националистических движений в Украине, это там и тот же Ярош, и все остальное. Есть еще вторая история с тем, что нас же не просто так пришли спасать русскоязычных, наших, русских, а соцопросы показывают, что от русских тут осталось, судя по всему, 2%. И то у меня, конечно, всегда вопрос, люди, вы кто и где вы находитесь, да, что вас окружает. Куда делись эти русскоязычные, которые, по идее, должны были бы их поддерживать? Хотя, ну, чего уж далеко ходить. И вы, и я, мы прекрасно владеем русским языком. И когда нам надо, да, мы используем один язык или другой, родной украинский, или, например, уже второстепенный русский язык. Что с русскоговорящими? Сейчас принято называть русский язык трофейным, да? Да, трофейным. Ну, на самом деле, знаете, такие умиляют меня картины, сцены вот в киевских супермаркетах, ну, явно русскоязычные бабушки уже 70, там, 80 лет, и они разговаривают на украинском языке и чувствуют, что у них не совсем получается идеально, да, произношение, но они сегодня
принципиально отказываются от этого языка. Я, ну, сам отказался в быту от общения на русском языке. У меня четверо детей. Ну, со старшим сыном я разговаривал как переводчик арабского языка. Мы жили сначала в арабских странах, потом в Израиле. Я говорил с ним на алжирском диалекте, сирийском, потом на иврите. Ну, последние вот годы говорим с ним на английском языке. А с младшими своими детьми уже принципиально перешел на украинский язык, поскольку как в Одессе на их базе встречаются тоже вот два старых знакомых и разговаривают на украинском языке. Он говорит: вы что, боитесь, что вас Путин придет здесь защищать как русскоязычный? Опасения такие небезосновательны. Но именно те регионы, в которых была критическая масса русскоязычного населения в Украине, они подверглись сегодня этим варварским атакам. Ну, обидно просто, что не воспринимало наше общество адекватно те предупреждения, которые звучали в моих устах, в том числе. Я последние там 4 года чаще всего во всех своих интервью упоминал как раз одно слово, упоминал сирийский город Алеппо. Это город, с которым мы мечтали в 80-е годы работать, как военные переводчики, цветущий оазис, где шикарные были условия для работы. И мы мечтали о работе в этом городе, а потом, сколько там, 6 или 7 лет назад, ковровыми бомбардировками этот город превратил Путин в руины. И я ставил вопрос: если это произошло в Алеппо, если это произошло в центре федерального российского образования Чечни, в Грозном, если собственных граждан, детей расстреливал там из гранатометов в Беслане Путин безжалостно, то что ему помешает что-то подобное проделать в украинских городах? Если до Алеппо там тысячи километров от российских кордонов, российских границ, то расстояние до Харькова от российского Белгорода, там сколько, 30 километров, расстояние до Мариуполя от оккупированной части Донецка еще полгода назад было 10 километров, да, от Широкина. Поэтому, к сожалению, вот эти предупреждения, которые звучали неоднократно, они как раз не были адекватно восприняты не только населением, но, к сожалению, и высшим руководством страны, которое отказывалось от увеличения военных бюджетов, наоборот, армию. Преступная была, если не диверсия, то халатность, когда армия... Дмитрий, ну, позвольте, я напомню, что вы сейчас просто упомянули Алеппо, прости господи, российская пропаганда. Сейчас я просто буду цитировать слова Соловьева, который сказал, что, и они, кстати, это все говорят, это у Симонян было, что Россия не начинает войны. Я как раз сегодня в предыдущей теме нашим зрителям напоминала: войны только начаты за последние 30 лет, потому что там, ну, Россия, она бесконечно воюет, она всегда воюет, она по-другому, в принципе, существовать не может. И Сирия, конечно, там упоминается тоже. И Южноафриканская республика, да, то есть вообще то, что находится очень далеко. Что это? Это по-другому просто Россия современная существовать не может без того, чтобы не уничтожить города, не сделать в Сирии Алеппо, в Украине Мариуполь, пойти войной в Грузию, устроить конфликт в Молдове. По-другому не бывает? Ну, к сожалению, это формула Суркова, в соответствии с которой стабилизация конституционного строя в России возможна исключительно за счет распаковки хаоса по периметру. Да? То есть это было и в 100 лет назад, в первые годы советской власти, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. И, в принципе, вся вот история нашего института, она яркое доказательство того, сколько вооруженных конфликтов было инспирировано Советским Союзом, в каких конфликтах участвовали мои коллеги, военные переводчики, и факультет спецпропаганды с 1939 года готовил как раз бойцов этого идеологического пропагандистского фронта. Помню, что в 1940 году еще в типографии нашего института было напечатано 2,5 миллиона разговорников русско-немецких, где на первой же странице была фраза «Как проехать на Берлин?». То есть о каких там миролюбивом характере этой страны можно было говорить, если тысячи
моих однокашников проходили службу в качестве военных переводчиков на всех там континентах. И, к сожалению, сегодня институт не только не утратил как бы, свой потенциал, в кавычках, да, но и наращивает обороты. Там, мне присылают мои друзья фотографии и объявлений в военкоматах по российским городам, что прием заявлений для поступления в наш институт, он уже теперь не институт, он военный университет, и количество факультетов там увеличилось. Так вот, он идет круглогодично, практически не прерываясь. Часто у нас шутят, в Украине у нас есть такой институт Поплавского, вернее, университет культуры. Да, где приемная комиссия работает круглосуточно. Можно в любой минуту дня и ночи приехать, главное сдать деньги и поступить в этот университет. Так вот, наш бывший военный, бывший ВИЯ, военный институт иностранных языков, и сегодня это университет практически производит прием на обучение на эти факультеты круглогодично, без перерыва. То есть это показывает, какие на самом деле милитаристские планы у сегодняшнего российского руководства. Дмитрий, позвольте, я и вам, и нашим зрителям, знаете, вишенка на торте, у нас всегда есть туз в рукаве. Покажу особенное видео о том, как кто нас пришел спасать, как они говорят, и бороться против нацистов, и что на самом деле они из себя представляют. Очень коротенькое видео. Слава России! Сверхохвал России! Ты поддерживаешь спецоперацию? Слава Путину! На моем празднике наши проблемы. Слышь, ебаши пульты, стратегия РПГ. Стрэш, стрэш, юмыш, ты тут рулит. Мы развали на славянскую тусу. Я хочу напомнить, что в России просто за маленькую такую надпись «Нет войне» и «Одиночный пикет» ты получаешь там, 15 суток. Или даже если у тебя пустой лист бумаги, это незаконно вышел на митинг. Но оказывается, Дмитрий, простите, зиговать, показывает нацистскую свастику, можно. Так не нацисты ли пришли в Украину бороться с нацистами, которых у нас нету? Я прошу прощения, у нас с вами буквально минутка вот на это видео. Так в том-то и дело, что на российских центральных улицах, на площадях были тысячи зигующих этих фашистствующих молодчиков. И какие можно обвинения в адрес Украины сегодня предъявлять, когда у нас это действительно есть прецеденты за подобные немногочисленные случаи, да, когда там кто-то рисовал свастики, людей арестовывали и были судебные процессы по этому поводу. А вот я даже последние свои, помню, посещение Москвы, я на подъезде к Москве видел на граффити со свастиками и с нацистскими лозунгами, с этими же молниями эсэсовскими, видел их на огромных этих плоскостях близстоящих домов. То есть никто не закрашивал даже их, не то что, а то разыскивать людей, которые, бы их, которые эти лозунги изображали. У нас есть рубрика на моем YouTube-канале, называется «Яке кончено». Это фраза, которая стала такой ходовой реакцией. Дмитрий, 10 секунд. Происходящее сегодня в России. Вот всех приглашаю на мой YouTube-канал. Посмотрите, уже там более 40 выпусков, некоторые набирают до 1 000 000 просмотров, о реалиях сегодняшней России, а не о том, что показывают по Первому российскому каналу. А мы тоже, знаете, как Дмитрий возьмем и посоветуем нашим зрителям обязательно найти Дмитрия Чекалкина в YouTube и обязательно посмотреть прекрасные программы, которые вы выпускаете. Я благодарю вас за то, что вы появились в эфире «Утро февраля». Наша вторая тема на сегодня, она называется «Уже не дружба народов», и вы сейчас поймете, о чем. Кстати, здесь тоже отсылки к нашему голосованию в том числе есть. В общем, в оковах, цепях, да на привязи. Мать городов русских Киев, ну и другие города российские, в оккупации западного ига. НАТО-бандеровцы, англосаксы-нацисты душат Украину. Ну а мы, буряты на белых ишаках, кадыровцы на овцах и другая нечисть на бронетранспортерах, идем ее спасать. Ну, только что вы, по крайней мере, услышали достаточно такую мою вольную трактовку из обращения последнего вождя пенсионеров ВВ Путина. Ну, помните ту, где он ночью рассказывал и аргументировал, почему нужно напасть на Украину?
мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Что интересно, даже после этого заявления большинство россиян, они вообще не понимают, что такое денацификация, что такое демилитаризация. И после того, как вождь как бы вышел и сказал, о, война начинается, все сказали, объясните, что это такое. И тогда даже губам или усам Путина Дмитрию Пескову пришлось выходить и объяснять. В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий. Ну, вот как-то с этого момента чуть более стало понятно. Ну и вообще, я хочу напомнить, что это же не война никакая, а так просто спецоперация по спасению Украины. Россия и россияне, в принципе, это самый миролюбивый народ. Ну вот... где-то здесь. Мы не с Украиной воюем. Мы страшно переживаем за украинский народ. Мы переживаем за людей, которые там находятся. Вместе с тем, ненавидя бандеровцев и нацистов, которые держат их сейчас в своих заложниках. Да, про миролюбивых и про то, что они там ни с кем не воюют. Факт-чекинг. Тут очень важно всегда проверять все эти слова, которые мы слышим от российской пропаганды. Так вот, друзья, только за последние 30 лет Россия вторглась, внимание, в Молдову и оккупировала Приднестровье. Начала две войны в Чечне. Сразу две. Одной было мало, поэтому они пришли второй раз. В 2008 году Российская Федерация напала на Грузию. В 2014 году вела свои войска на территорию украинского полуострова Крым, ну и затем вела другую часть своих войск еще и на Донбасс. Россия до сих пор воюет в Сирии. Воюет даже в Центральноафриканской Республике, если вдруг вы не знали, да-да. Армия добралась и даже до Черного континента. Ну и, конечно же, я хочу напомнить, что именно армия Российской Федерации вот уже шестой месяц берет Киев за 3 дня. Это уже история текущего года. Ну и как вам именно такие голуби мира? Стыдно быть русскими, потому что русские сейчас воюют с украинцами. Не воюет никто с украинцами. Украину сейчас освобождают. Да. Жаль только, выкормыш Путина не перечисляет, от чего именно нас успели освободить. От наших прекрасных современных торговых центров, от наших красивых, очень классных многоэтажных жилых домов, наши детские роддома, наши школы, наши города, ну и, конечно, самое главное, нас освободили от целых поколений, целыми семьями российская армия выкашивает именно наших людей. Но так директор Russia Today лгала в самом начале войны. Мол, пошли разгонять бандеры, банды нацистов, банды бандеровцев и так далее. И вот как только мы их всех уберем, вот именно тогда мы и успокоимся, говорила Симонян, пока не вскрылась истинная причина войны. Украину освобождают от украинцев, ведь задача Z-армии – просто стереть весь народ, оставив после себя лишь выжженную землю. К ужасу, к сожалению, и общему нашему молчаливому изумлению, значительная часть Украины, украинского народа, безусловно, не все, и я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Но что еще более удивительно, что оказывается в парадигме кремлевских миньонов мы, украинцы, вполне себе не против, что нас пришли убивать. То есть, извините, не убивать, а освобождать. Вырежите, пожалуйста, мои слова. Мол, каждый танк мы обцеловывали. Каждой ракете, разрушившей наш дом, мы низко до земли поклонились. И каждого солдата, который на танк грузил наше добро, мы трижды перекрестили в добрый путь. И все это неизменно сопровождалось, конечно же, хлебом с солью, ну и водопадом из цветов. Западники говорят, вас не встречают цветами, еще как встречают. Я в плену, мам, в Одессе. Я не знаю, мама, говори это все властям, не знаю, звони в наши структуры, говори, чтобы нас отсюда забирали. Потому что нас, если не заберут отсюда, нас убьют все. Хлеб
хлебом и солью, говорили они. Ну, а в продолжение слов Соловьева, как же было на самом деле, как Украина встречала эту самую армию освободителей? Пришли на нашу землю. Хорошо. Какого хера пришли? С оружием к нам. Кто сказал? Зачем? Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Я тоже русский. Я живу в этом государстве. Я живу в этом государстве. Вот в своем государстве. Ваше проклятие до вашего государства. Танки едут задним ходом. Корюківська громада не пустила их в місто Корюків. Ну и мое, конечно, самое любименькое, это когда русский солдат на танке, а тетка из Конотопа, наплевать, она у себя дома, она и дуло нас как ускрутит, ну и Искандер в воздухе зубами словит, а посему сразу расставляет точки над «и», как именно она проклинает русского солдата. Ты вообще-то знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина, это ведьма. У тебя завтра Ну и финал, друзья. На прошлой неделе лагерь предателей Украины существенно исхудал. Ну или теперь, как модно говорить в России, показал отрицательный рост. Прах земле украинской отдала предательница и коллаборантка, некая командирша артиллерии, бандформирования самопровозглашенного и непризнанного ДНР. Ольга Качура. В Донецке ее заземлили, ликвидировали, обнулили и отправили на концерт к Кобзону вооруженные силы Украины. Кстати, прошу обратить внимание на фотографии, которые вы видите, и на вид самой коллаборантки до и после службы в ДНР. Вот что значит алкоголь и труд на врага, что они могут сделать с женской внешностью некогда привлекательной женщины. В общем, тень самой себя была эта Ольга. Ну вот, моль и полетела на пламя огня. И сгорела, так сказать, на работе. Ну, а что же было далее? Почему эта история настолько для нас важна? И дело тут вовсе не в самом смерти или в том, что с ней произошло. А дело, ну и не в том, чтобы еще раз подчеркнуть, как же прекрасно работают, например, наша разведка, контрразведка, которая и уничтожает таких врагов. Кстати, Ольга сама искренне хвасталась тем, как она убивает людей. Утюжа некогда мирный наш регион теми же градами еще с июня 2014 года. Ну а до этого заземляла она вместе. До того, как ее заземлили, она убивала и служила в банде Гиркина-Стрелкова в Славянске. И причем, что самое интересное, Ольга сама неоднократно в самых разных интервью признавалась, как принимала участие в войне. Чем занимается само подразделение? Это априори из названия реактивный артиллерийский дивизион. Установки «Град». Почему именно это направление? Как так сложилось, что вы попали именно сюда? Ну, сложилось это еще тогда, когда в июне у меня появились первые установки. Кто-то должен был на них работать. Активная работа под руководством Корса велась в Славянске, затем была Дружковка. Где созданный там гарнизон, вошел в Горловский гарнизон, как Дружковская рота. Впоследствии был создан Горловский реактивный дивизион, который принимал участие в обороне Горловки, наступлении на Дебальцево и Заряновку. Ну и вот она, красотка, верой и правдой. 8 лет служила режиму убийцы Путина. Сеяла смерть и кровь на исконно русских, как излагает пропаганда о землях Донбасса. Но при этом, на что лично я обратила внимание и что лично меня удивляет, мы ни разу не слышали и не видели, чтобы ее, например, позвали попить чай где-нибудь в Кремле, ну или Иван-чай в Останкино. Таких людей, кстати, что тут у нас в Украине, что там у них, но абсолютно считают маргиналами. Они такие себе чернорабочие. С ними не ручкаются. С ними стыдно находиться где-нибудь в одном помещении. В принципе, Кремль, да и пропаганда считают, что вон, пускай где-нибудь там они в своей ДНР всем этим занимаются и разгребают. Но главное, чтобы к нам не приближались. Хотя нет, все-таки справедливости ради нужно сказать, что в Украине ее все-таки почтили не славой. Это такая себе очень известная в Украине доска позора. Это так называемый наш сайт «Миротворец». Именно там Ольга и заработала себе
вот такую страничку, что примечательно, обязательно у нас пишут после того, как убили коллаборанта или предателя, что человек ликвидирован. Собственно, вот именно такую маркировку Ольга и получила. Но далее, если говорить о бесславной истории самой Ольги Качуры, которая в Украине обрела абсолютно бесславную смерть, это, собственно, не самое главное событие, на которое мы хотели бы сегодня обратить внимание. Важнее, что происходило с Ольгой уже после смерти. Так вот, на прошлой неделе в центре Донецка проходили ее похорона. Но и там начали обвинять в том, что как будто бы Украина обстреливает Донецк. Ну и казалось бы, что для Украины это очень выгодная история. Помимо того, что мы ликвидируем одну Олечку в центре Донецка, мы можем еще прихватить с десяток других коллаборантов и предателей. Но все не так просто. С полковником Ольгой Качурой. Она с 2014 года воевала на стороне сепаратистов, и после гибели Владимир Путин присвоил ей звание Героя России. Сначала были сообщения, что церемонию прощания перенесли, но по данным РИА Новости она все же состоялась. Тоже агентство утверждает, что этот район был обстрелян впервые за 8 лет, и рестораны и гостиницы полностью разрушены. В Киеве свою причастность отрицают. Давайте еще раз. Прощаются с вот этой коллаборанткой в центре Донецка. Ну, казалось бы, все нормально. Дальше начинаются обстрелы. Ну, конечно, это же вот эти вот бандформирования Украины. Но далее, впоследствии этого обстрела, начали происходить поистину, ну, такие, знаете, в стиле Воланда, мистика уровня Булгакова. Посудите сами. Вот, что мы увидели впоследствии этих обстрелов. Абсолютно все паблики используют одно и то же видео, которое видели и вы. Видите, оно промаркировано Rush Today. И вот такой лжи от пропагандистов из Rush Today, конечно, не ожидал никто. Еще раз и еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание, что на кадрах с места обстрела видно некое тело, ну, условное пострадавшее. При этом тело вертит головой, подавая абсолютно четкие признаки жизни. Вы этого, собственно, сейчас и видите. Но согласитесь, что драматургия не та. И зритель, он плакать не будет. Бабка на лавке причитать и снова повторять не будет, что, мол, бомбят Донбасс уже 8 лет. Именно поэтому вполне живое тело еще при жизни накрывают с головой. Ну, мол, покойник, да, 200-й. Хорошо хоть отпевать на месте не начали, потому что это выглядело бы абсолютно странно. А дальше мистика только продолжалась. РИА Новости, господи, они даже оказались хуже иноагентов. Пишут вот такое. Я уверена, что кого-то оставили без зарплаты. Что укры, то есть украинцы, впервые обстреляли центр Донецка за те самые 8 лет. Еще раз, впервые мы получили историю этих обстрелов за 8 лет, хотя абсолютно вся пропаганда, она годами паразитировала на теме того, что украинцы утюжат исконно русские земли и вот это вот все. Ну и что же мы, друзья, имеем с вами в сухом остатке? Украинцы стреляют по центру города, но гибель жителей инсценируют специально на камеру. Украинцы бомбили Донбасс 8 лет, но попали каким-то образом впервые. Какая-то прям просто лажа на лаже. И я уже молчу, конечно, про комментарии местных жителей в соцсетях, которые, как правило, упорно доказывают, что они слышат вылеты из города, они слышат, как эти снаряды попадают, например, как в данном случае, и из-за времени самого полета они, собственно, и делают выводы, что стреляют из самого Донецка. Ну и, конечно, вишенка на торте – это уникальные и эксклюзивные кадры самого обстрела. Так фартануть могло только российской пропаганде. Потому что это там вообще... Это, походу, прилетело. Красным кирпичом, а потом довожу все это до кирпича.
Друзья, ну как вы понимаете, да, окончание это все-таки такая параллель с тем, как в Голливуде могли бы фантазировать на тему удачи и успеха российской пропаганды. Собственно, с удовольствием я представляю нашего гостя, с которым мы попробуем разобраться, так кто же бомбил Донбасс 8 лет. Сергей Фурса, если я не ошибаюсь, уже с нами на прямой связи, инвестиционный банкир, радиоведущий. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что не только для меня и для миллионов украинцев важен вопрос, кто же бомбил Донбасс. На кого вы ставите? На масонов или на рептилоидов? Ну, смотрите, я как соросенок, представитель Сороса, не могу своих задавать. Поэтому масоны, конечно же, вне подозрения. Остаются, наверное, рептилоиды. Так, только я не понимаю, если все-таки вы соросенок, то англосаксы тоже подходят как вариант? Ну, вы мне не предложили этот вариант, во-первых. Согласна. Это был мой промах. Ну, а если серьезно, Сергей, все-таки вопрос. Вы знаете, да, что российская пропаганда, у них там два нарратива. Первое – это то, что Украина бомбит Донбасс 8 лет, а второе – это, ну, где же вы были 8 лет? Так что вы могли бы сказать на достаточно непростой вопрос о том, как мы прожили эти 8 лет? Ну, мы прожили эти 8 лет как раз в состоянии войны, пусть иногда и гибридной, которая началась с момента аннексии Крыма. Которая и стартовала имперская война России против Украины. Именно аннексия Крыма. Первая точка, вторая точка, когда российские граждане с российским оружием вошли на Донбасс и начали, собственно говоря, войну. Вот и все. А то, что мы сейчас увидели, это на самом деле только один из примеров того, как фальсифицируется какая-то информация против Украины. Это похорона, которые происходили в центре Донецка на прошлой неделе. Там абсолютно бесславного боевика хоронили, предавали земле. И вот история о том, что живого человека для того, чтобы показать потом где-нибудь там у Скобеевой или у Соловьева, что украинцы убивают мирных жителей, живого человека они накрывают. Невозможно просто перестать эмоционировать на этот счет. Они накрывают. Это, как вы считаете, я не знаю, это просто глупость, ошибка? Или кто-то хотел сделать красивый кадр? Это когда кто-то шабашку делает, знаете, и не дорабатывает. Весь это вообще, вся эта информационная подоплека войны, они, конечно, хотели сделать все за 3 дня, но вот весь этот бросок мангуста, который начался, он начался с какой-то недоработки пропагандистов, когда взрывали какой-то сарай в Ростовской области и говорили, вот, эта злобная война начинается, и продолжился. Они все время делают тяп-ля. И с одной стороны, российская армия творит геноцид, а с другой стороны, с эстетической точки зрения, это никак не дотягивает до уровня Третьего Рейха. Это все время какая-то недоработка, какой-то все тяп-ляп, какой-то карикатурный фашизм получается. И вот в информационном поле все время какая-то карикатура, уже карикатура на самих себя очень часто. Да, но вы же помните, что, к сожалению, в 2014 году критическое мышление взяло паузу, ушло на длительные каникулы. Например, когда рассказывали историю, которая, конечно, хрестоматийная, про распятого мальчика, всем было все равно, что в цифровую эпоху нету ни единого доказательства, что нету ни фотографии, ни какого-то комментария от родителей, ну, тем более не снято на видео. Хотя мы видим, что даже прилеты попадают в кадр пропагандистов. Почему? Не поверить в то, что сегодня показывают. Все можно склепать, все можно склеить, все можно отредактировать в Останкино. Может быть, за счет этого и существует на сегодняшний день все еще этот режим, который развязал войну против Украины? Цена подписывается пропагандой. Просто как любая система, любая организация, когда нет конкуренции, происходит деградация. И происходит в том числе деградация российской пропаганды, которая не старается, потому что они ни с кем не конкурируют. Россияне смотрят только российскую пропаганду. Плюс это пропаганда, которая накладывается поверх пропаганды, базируясь на пропаганде. И она работает только с теми, кто все эти 8 лет смотрел пропаганду. Когда вы начинаете рассказывать про биолаборатории сумасшедших летающих птиц куда-то другому потребителю, на Западе и так далее, то это не заходит. Потому что это звучит слишком по-сумасшедше. Просто потому, что для того, чтобы в это верить, надо 8 лет слушать предыдущие нарративы. И тогда действительно будет логично, что те самые англосаксы объединились с рептилоидами и в Украине открыли биолаборатории. Да, я хочу поделиться с нашими зрителями. Если вдруг они не знают, буквально на днях на одном из российских пропагандистских телеканалов рассказывали о том, что вот немцев нужно наказать за то, что они так активно помогают Украине в защите своих территорий, в
в принципе, да, не нападать на кого-то, а просто дома у себя защищаться, что нужно прийти, их расстрелять, убить и так далее. И вот как раз этот фрагмент наконец-то показали и посмотрели на немецком телевидении, чтобы и немцы знали, а что они говорят россияне. Более того, Сергей, они еще и сделали нарезку из пропагандистской нетленки. Ну, например, что, дай бог памяти, мне кажется, в Брюсселе рассказывал этот депутат сумасшедший Журавлев, есть специальные... зоубордели, где можно насиловать черепаху. И, наконец-то, и немцам и это показали. И говорят, что же вы путешествуете по Европе и не знаете, что есть такие прекрасные места. И тут как раз очень важно понять, мы чуть меньше боремся, конечно, за осознание россиян, что они потребляют пропаганду. Нам крайне важно здесь из Украины еще и перетянуть на свою сторону европейцев. Откроют ли им глаза вот такие факты? Ну, мы видим, что поддержка Украины значительная, и даже те страны, которые шатались, как Германия, Франция, они сейчас абсолютно поддерживают Украину, в том числе общество этих стран. Поэтому, да, у них глаза открылись, и тут скорее сейчас следующий этап борьбы. Потому что в 2014 году они были, искали правду посередине. Они были типичной жертвой российской пропаганды, когда мы говорим правду, русские абсолютно врут, а если посередине, это будет все равно ложь, но что русская. Просто не такая радикальная. Сейчас то же самое происходит в Турции, в Африке и в Латинской Америке. Именно туда сейчас, там, на большой юг, как называется, направлена эффективная российская пропаганда. А в Европе, да, она уже не работает, в том числе потому, что Европа уже становится врагом. А тяжело приходить к кому-то, считая его врагом, и убеждать его любить себя. Так вот не работает. Но можно так приходить в Африку и говорить, вы же ненавидите этих европейцев, они же вас колонии делали из вас и так далее, давайте ненавидеть их вместе. И вот там еще российская пропаганда работает. А с немцами, с французами, с итальянцами уже гораздо тяжелее. Ну и особенно с Северной Европой, вот как раз про черепаху, это же любимая история российских пропагандистов, по-моему, она про Данию. Для них же всегда самые большие извращенцы, это там вот в Швеции, в Дании и так далее, но они еще шведскую семью помнят. И все эти истории из 70-х, и их буйной молодости, да и в принципе все методички, которыми они сейчас пользуются, очень часто из 70-х. Про злобный блок НАТО, про вот этих вот буржуинов, которые подползают и так далее. Но вот с этим тяжело идти в Европу, с этим тяжело агитировать европейцев, кроме вот этих вот отдельных маргинальных групп радикальных фашистов таких. Ну, везде там есть по 10-15%, вот во Франции Ле Пен уже 20+ набирает. А в Венгрии так они вообще побеждают. Вот с этими группами российская пропаганда может находить общий язык, потому что у них с ними общие ценности. А в принципе с широкой Европой уже нет. Я хочу вас спросить, Сергей, я всегда очень для меня важно доносить нашим зрителям цену всего того, что происходит сейчас на территории Украины. Я всегда говорю, что если вдруг кому-то не жалко, например, мирное население, которое сейчас погибает, нашу территорию, наши прекрасные города, то просто пожалейте свой кошелек. И вот когда вы сейчас вспомнили про Африку, мы же понимаем, что русский мир, он не приходит бесплатно. Для того, чтобы работала пропаганда, туда надо вкинуть деньги. Там надо как-то заинтересовать этих людей, местную власть, коррумпировать, ну, как угодно, да, то есть за это снова-таки заплатит условный российский налогоплательщик или человек, которому не провели газ, не сделали дорогу, но зато вот в Африке будет вещать Rush Today. И, конечно, я уже прям вижу, мы всегда говорим в Украине, что где появляется русский памятник или русский язык, там обязательно со временем появятся русские военные, с ним русские паспорта, исконно русские земли и все остальное. В общем-то, можете вы объяснить мне сферу интересов и как дорого будет обходиться российская экспансия как раз в Африке, потому что я понимаю, зачем это делать в Украине, и не очень понимаю на Черном континенте. Ну, там есть определенные схемы, судя по всему. Мне самому до конца не ясно. Например, в Судане есть какие-то шахты золотые. На этих золотых шахтах работают какие-то африканцы. А курируют это все... Исконно русские люди. Да, банк формирования Пригожин. И понятно, что там есть какой-то поток денежный. И этот поток распределяется между там, банк формирования Пригожина и Кремля. Пример. Плюс, ну, это попытка борьбы там за какое-то геополитическое влияние. Советский Союз всегда же был активен в Африке. Просто потому, что там такой бардак, что можно прийти, подкупить какого-то диктатора, дать ему много калашников и что-то за это получить. А-ля какое-то влияние. Ну, вот российские кагибисты пытаются продолжать ту политику. Правда, там в Африке им уже приходится скорее с Китаем конкурировать. Но вот там, где не добрался Китай, там, где полный бардак и даже Китай не входит, то туда входит Пригожин с его вагнеровцами. И российские элиты скорее пытаются заработать, потому что для России, для страны заработать там ничего невозможно. Ну, это чисто какие-то схемные темные делишки.
Но когда у тебя есть там, сколько-то тысяч солдат и ресурсы государства для поддержки местного царька, то это можно делать. Сергей, мы, в принципе, уже практически там 6 месяцев, да, без малого говорим о войне в Украине, показываем на конкретных примерах россиянам, что происходит, мы показываем, как работает пропаганда, пытаемся ввести свою контрпропаганду, но при этом сегодняшние соцопросы, которые публикуют как украинские, так и российские СМИ, они, конечно, абсолютно удручающие, потому что оказывается, что история взять Киев за 3 дня никого ничему не научила. И я вот очень переживаю, что мы так шутили над тем, что позабирали чайники с пригорода Киева, но оставили здесь подставки под чайники, что они нашли свое проявление в том, что хотят за этими подставками вернуться. В общем-то, вот по последним опросам речь идет о том, что почти 2/3 опрошенных мужчин, это порядка 62%, это они не готовы принимать участие в военных действиях, то есть не хотят ехать на войну в Украине, но при этом решение Путина завтра объявить о начале нового наступления на Киев поддержали бы 60% респондентов. Еще раз, то есть если снова скажут взять и снова пойти на Киев, то россияне в принципе поддерживают всю эту инициативу. Этот опрос провела служба Russian Field. Вот, в общем-то, я не знаю, насколько прям достоверно можно сказать, что это отображает настроение россиян, но вот это то, что я называю прискорбные цифры. Что вы скажете? Что мы еще не доказали, не показали и не привели аргумент, что война – это плохо? Так, смотрите, это же не про это. На самом деле, это опрос про другом. Потому что там, что говорит этот опрос? 60% россиян поддержат наступление на Киев, если Путин так решит. И 65% россиян поддержат мирный договор с Украиной, если Путин так решит. Этот опрос говорит только об одном. 60% россиян поддержат все, что скажет Путин. Все, что скажет батюшка-царь, то поддержат 60% россиян. Вот и все. То есть вы хотите сказать, что это не показатели настроения самих россиян, которые все еще хотят, чтобы было расширение территории, чтобы было восстановление условных там границ Советского Союза и тому подобное. Разве это не проявление вот тех самых имперских настроений? Смотрите, имперские настроения, они, конечно, присутствуют. Но этот вот соцопрос, он же одновременно показал и то, и другое. Что скажет власть, то примет 60% населения. Все, больше ничего. Скажут бороться с виноградниками, 60% скажут, надо бороться с виноградниками. Потом придет другая власть, скажет, надо бороться с перегибами прошлого, будут бороться 60% с перегибами прошлого. Вот и все. Это чисто восприятие, вот как в Европе, в Украине, украинцы сами знают, что надо делать. Украинцы всегда готовы рассказать власти, что надо делать. Вот. Причем каждый в Фейсбуке, где угодно. Ну да, мы антагонисты россиянам, это правда. Да, и так в Европе тоже происходит. У каждого есть свое мнение, и это нормально. Это мнение выражается, и власть должна слушаться мнения простых людей. В России все работает по-другому, это еще вот та ордынская модель. Люди готовы принимать все, что не скажет власть. Вот что власть скажет, оно от Бога. Все, вот так и надо. Да, но здесь тогда, Сергей, я буду усугублять эту ситуацию. Это на сегодняшний день речь идет о войне, об оккупации, о том, чтобы сломить население через колено, но это получается, если вдруг завтра Путин выйдет словами, не знаю, кого угодно, Лаврова, Скобеевой, Соловьева, Маши Захаровой скажет, что, ну, слушайте, ну, не покоряются нам эти украинцы, нам нужны не просто фильтрационные лагеря, нам нужны концлагеря, ну, и, в принципе, газ у нас дешевый, у нас его много. Например, то есть это означает, что лояльность общества настолько, что они не имеют своего собственного критического мышления, чтобы остановить насилие? Конечно. Ну, посмотрите, если сейчас не останавливается насилие, если война, которая самая жестокая в Европе развязана, уже идет, и никто не думает его останавливать, ну, из широких слоев, то дальше уже там, слушайте, от геноцида в Буче, от геноцида в Оленевке, от того, что было на Азовстале, до концлагерей, до ГУЛАГа, вообще маленький шажочек. Огромный шаг был до этого, как от 91 года, от Лебединого озера дойти до войны. Вот там это огромная дистанция, казалось бы. А сейчас от того, что откуда они пришли, до ГУЛАГа, да там вообще полшажочка уже.
Тогда снова-таки получается, что можно будет устами пропаганды или лояльных людей объяснить абсолютно все. Как делают сейчас, например, эта сфера, которая намного ближе вам, да, не военная, а экономическая. Когда внедряется такое понятие, оно, кстати, во всем применяется сейчас. Отрицательный рост. Рост — это же, в принципе, понятие очень положительное, но вот отрицательный рост, не знаю, чего угодно. Достатка зарплат, социальных выплат и тому подобное. И все сейчас говорят, что россияне либо начали ощущать как раз падение экономики, либо вот в ожидании осеннего сезона, когда это все будет только усугубляться, вот тогда действительно последствия, например, санкционной политики будут настигать абсолютно любую семью. Но здесь, Сергей, важно. Тут снова-таки же можно объяснить и сказать, что ну ничего страшного, остальным же куда хуже, правда? И это они съедят. А вот посмотрим. Ну, то есть сложно гадать, потому что в России мы знаем, что если что-то случалось, то только русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. И этот бунт, если в Украине Майдан, любой Майдан вызван несправедливостью, у нас все попытки украинских политиков организовать какие-то тарифные Майданы, бог знает какие еще Майданы, всегда заканчивались провально. Потому что выступать украинцы готовы только по вопросу справедливости, на самом деле. Единственная причина. То в России все бунты были как раз по вопросам кушать нечего. Там соляной бунт, какой угодно бунт. Он был бунтом голодных людей, которых там дожимали на каком-то уровне. Я не берусь сказать, что в России там осенью или следующей весной случится. Боже упаси, не знаю. Но вероятность такая есть. И вся история России показывает, что ну, рабы протестуют только когда есть нечего. Да? Про права это не про россиян. Мы же видим, 60% россиян готовы принять любое решение власти, а еще 20% вообще его поддержат. А вот вопрос, когда будет меньше кушать, может ли вызвать это голодный бунт, как вызвало в Советском Союзе, кстати. Советский Союз что развалился? Потому что есть было нечего. И тут же пошли протесты шахтеров, как и донбасских, так и кузбасских. Кузбасс был очагом огромного сопротивления против Советского Союза, исконно русские земли, потому что кушать было нечего. Поэтому как раз вот это кушать нечего и может стать базой для какого-нибудь развала России и для бунта в России. Только это. Ну, из того, что я сегодня читала, говорят, что даже в сети, которая пришла на смену Макдональдсу «Вкусная точка», пропала уже картошка фри и картошка по-селянски, что уже даже с такими вещами проблема, хотя мы знаем, что там особенные сорта картофеля используются. Посмотрим, Сергей, мне очень нравятся ваши прогнозы, мы будем наблюдать за тем, как они будут обретать форму, наверное, так. Я благодарю вас за то, что вы появились и в эфире «Утро февраля», и в программе «Федеральная служба бреда». Спасибо большое. Сергей Фурса, инвестиционный банкир и радиоведущий, был гостем.